корпус Li-An-Li Lancool 215. Спереди огромнейшие кулеры 200 миллиметров. Сверху у нас USB 3,5 дюймов для звука, кнопка включения, кнопка включения-выключения подсветки, скорее всего, перезапуск, я так думаю. Сверху у нас сеточка на магнитиках, пылевая сеточка, он весь запотевший, потому что мы с улицы, с прохлады, с влаги, закруточки. Мякушечка от вибрации, стекло, наверное, каленое. Давайте я нарисую вам смайлик. И как там лайк поставить? В общем, поставьте лайк нашим стараниям. Пылевой фильтр также у нас снизу, коллега подсказывает. Чук. Коробочка. Коробочка, которую я буду просить хозяина этого корпуса подарить мне. В этой коробочке у нас все винтики, болтики, шпунтики. На задней части у нас еще кулер 120 миллиметров. Кстати, ну он огромный, конечно. Он огромный. Размеры скажу. Тут у нас для кабель менеджмента всякие штучки. Штучки-дрючки. Сзади у нас такая история. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слотов. Они у нас откручиваются, не выламываются. Красиво на винтиках откручиваются. Что тоже не может быть неприятным. Тут у нас эта крышка тоже у нас закручивается, откручивается на винтиках с барашками. И что у нас тут? Ну, кстати, такой металл на грани. На грани. На грани. Тут тоже у нас откручивается. А, это для подключения кулеров. Хаб кулерный. Здесь у нас для кабель менеджмента есть хомуты. Такие липучечного типа. Или как сейчас называют, велкро. USB 3.0. HD аудио. Ну, симпатично. Ну, металл, конечно, такой вот. Он вроде бы как. Ну, все хорошо и замечательно. Тут у нас домик для блока питания. Тут у нас домик для SATA устройства какого-то, да? Да. Большого, 3,5 дюйма. В коробочке у нас, кстати, коробочка, видите, с перегородочками, то есть полноценная. Ее потом можно использовать по назначению для хранения каких-то винтиков. Винтики всякие разнообразные. Все такое блестящее, красивое. Не просто так. Хомутики. И есть даже инструкция. Lancool 215. Где у нас расписано назначение и количество винтиков. А также инструкция по сборке, по всяким разным нюансам. Интересно, молодцы. Это приятно. Здесь у нас тоже расписано, как пользоваться хабом для кулеров. Здесь у нас расписаны все назначения. Итак, смотрим. Это LED-эффекты. Да, это все-таки перезапуск, reset, USB 3.0. Все расписано, все четко. Распиновка. Молодцы. Размеры. 462 мм на 215 на 482. То есть, ну, такой большой корпус, большой. Зато мне нравится, что сюда влезет любая материнская плата. Здесь будет нормальная циркуляция воздуха.
Вот все характеристики. Мне лично нравится. Все тут. Еще попробуем собрать на базе него компьютер. Он сюда переедет, компьютер со старого корпуса. Ну-ка, интересно, производитель. Короче, не знаю, какой производитель. Лианли. Так. Ой, кулера Лианли. Пока подсказывает мне мой коллега. Кулера огромные. Итак, в собранном состоянии. Вот такая вот красота. Это звук очень тихий, практически не слышно сбоку. Такая история. Режимы мигания у нас переключаются. У нас тут есть кнопка включения, которая подсвечена. Перезапуск LED. Чик. В общем, есть чем поиграться. Лианли также подсвечивается. Продуманная система винтика держания не выпадает. Это мне нравится. Значит, тут у нас Asus видеокарта. Она уже, так сказать, не совсем актуальна, но еще моего сына устраивает кулер. В общем, компоновка мне очень даже понравилась. Качество исполнения винтиков хорошее. Металл, знаете, металл вот такой вот, как бы на грани. Чуть-чуть бы, то есть он по толщине, то есть получается как бы дешевый металл, но чуть-чуть толще. Но при этом все такое вот довольно-таки устойчивое, нигде ничего не люфтит. Вот, поэтому все хорошо. Кабель менеджмент получился симпатично. Эти прорези такие. Там у нас жесткий диск спрятался. SSD у нас M2 с охлаждением. Be quiet. Видно, что ребенок собирал все для себя любимого. И блок питания тоже Be Quiet, тоже спрятался в свой домик. В общем и целом прекрасно все. Первое впечатление прекрасно. Время покажет, что да как. Но сейчас все прекрасно. Задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, пожелания. Не забудьте подписаться. До свидания. По скриптум. Система продувки здесь очень даже замечательная. То есть температура всех комплектующих упала значительно по сравнению с тем, как вся эта же сборка стояла в обычном корпусе. А вот в этом корпусе все значительно стало холоднее. Прям на ощупь, прям по тестам. Поэтому, ну, корпус достойный. И в этом отношении тоже.